В Вологодской области полицейские задержали телефонных мошенников, которые звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками полиции и обманным путем требовали от граждан большие суммы денег. Нами заранее, значит, молодые бабаевские сотрудниками полиции была проведена профилактическая работа, где были, в принципе, все предупреждены лица престарелого пенсионного возраста. И буквально следующий звонок нам уже позвонил мужчина, тот тоже сказал, что вот ему звонили мошенники. И потом еще и женщина, которая сказала, что срочно подъезжайте, вот они с меня потребовали 50 тысяч, вы их тут и задержите, как бы. Но данные преступники были задержаны нарядами полиции уже по ориентировке. Оперативники незамедлительно отреагировали на поступивший сигнал и задержали трех злоумышленников. При досмотре автомобиля подозреваемых полицейские обнаружили 20 тысяч рублей, 5 сотовых телефонов и сим-карты, с которых правонарушители звонили пожилым людям. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении их под стражу. Кроме того, оперативники устанавливают, кто еще из граждан мог пострадать от рук мошенников.